Оплетка лесенка из узлов приволите. У нас с вами два шнура основы, левая и правая, и один шнур рабочая нить, который, собственно, будем плести узлы фриволите. Сейчас мы сплетем левый узел фриволите на правой основе. Накладываем рабочую нить на основу, оборачиваем рабочую нить вокруг основы, выводим в образовавшееся отверстие, затягиваем. Теперь проводим рабочую нить под правой основой вправо, накидываем рабочую нить на основу в образовавшуюся петлю, вытягиваем. Первый узел сделали. Теперь сплетем правый узел фриволите на левой основе. Накладываем рабочую нить на левую основу, оборачиваем рабочую нить вокруг основы, выводим рабочую нить в образовавшееся отверстие, затягиваем. Теперь выводим рабочую нить под основу влево, накладываем рабочую нить на основу, выводим ее в образовавшуюся петлю, затягиваем. У нас с вами такая лесенка получается. Теперь на правой основе левый узел фриволите. Накладываем рабочую нить на правую основу, оборачиваем ее вокруг правую основу, выводим влево, затягиваем. Расстояние регулируем. Теперь рабочую нить под основой, под правой, вправо. Накладываем сверху на рабочую нить в образовавшуюся петлю. Вытягиваем, затягиваем. Правый узел фриволите на левой основе. Накладываем рабочую нить на основу, оборачиваем вокруг основы в образовавшуюся петлю, выводим, затягиваем. Расстояние регулируем. Выводим рабочую нить под левой основой влево. Накидываем рабочую нить на основу в образовавшуюся петлю. Затягиваем. Еще давайте сплетем. На правой основе левый узел фриволите. Накладываем рабочую нить на основу. Оборачиваем вокруг основы. Выводим влево. Затягиваем. Вводим рабочую нить под основой вправо, накидываем рабочую нить на основу в образовавшуюся петлю, затягиваем. Вот у нас с вами получается такая лесенка.